История грузоподъемных машин уходит своими корнями далеко в прошлое, о чем свидетельствуют древние величественные постройки. Египетские пирамиды и храмы Востока просто невозможно было возвести без применения грузоподъемных механизмов. Со временем краны совершенствовались, и в настоящее время это поистине шедевры инженерной техники. Современные грузоподъемные машины способны перемещать большие грузы, а сами размеры машин просто поражают. Бигги 125D – один из самых больших подъемных кранов в мире. Высота этого гиганта достигает 170 метров. Он также является рекордсменом по площади обслуживаемой территории – 113 тысяч квадратных метров. Бигги 125D является Дерек-краном с круговой базой для полного поворота и А-образной решетчатой подъемной стрелой. Его грузоподъемность составляет 6800 тонн при стреле длиной в 91 метр, а при оснащении стандартной стрелой длиной 171 метр грузоподъемность составляет 3600 тонн. Силовой привод крана состоит из 5 дизельных двигателей общей мощностью 3500 лошадиных сил. Этот вид кранов легко собирается, а перевозит кран к месту работы на специальных платформах. Легкость монтажа позволяет использовать его в различных частях мира для создания крупных объектов, ведь за раз такой кран может поднять 79 танков Т-90. Liebherr 130-00 является самым мощным в мире гусеничным краном традиционной конструкции. Спектр использования кранов подобного класса – строительство электростанций для подъема крайне тяжелых отдельных элементов. Его грузоподъемность составляет 3000 тонн. Такой груз эта машина может поднять на высоту до 12 метров. Однако даже вес в 3000 тонн для него не предел. В 2010 году он смог поднять более 3370 тонн, что является рекордом для такого вида машин. Высота основной стрелы крана составляет 144 метра, а за счет наличия выдвижной части высота стрелы может увеличиваться почти до 250 метров. Для передвижения аппарат использует два дизеля, мощность каждого составляет 1360 лошадиных сил. Характерной чертой этого огромного крана является размер его подъемного крюка. Его длина составляет почти 10 метров, а вес 111 тонн. Liebherr LTM 112-00 является самым мощным краном на автомобильной платформе. Немецкий гигант способен поднимать 363 тонны груза, а со специальным оборудованием грузоподъемность возрастает до 1200 тонн. Стоит отметить, что поднять груз он может на высоту 180 метров за счет выдвижения уникальной телескопической стрелы. Для управления этой техникой требуется экипаж из 5 человек – 2 водителя, 2 оператора и инженер. Техника работает на двух дизельных двигателях. Один – шестицилиндровый, непосредственно для подъемного оборудования. Второй двигатель имеет 8 цилиндров и работает для шасси. Мощность этих двигателей – 680 лошадиных сил, а максимальная скорость крана – 75 км в час. В начале 2015 года китайская компания XCMG представила миру новый гусеничный кран, который способен поднять груз весом 4000 тонн. При высоте в 130 метров китайский кран может поднимать груз на высоту 80 метров. Механизм успешно прошел испытания. Высокотехнологическая конструкция стрел позволяет ему работать на крупных атомных электростанциях, нефтехимических заводах, тепловых электростанциях и угольно-химических заводах, а также там, где необходим подъем высоких, крупногабаритных и тяжелых объектов. Также особенностью данного крана является модульная конструкция, которая позволяет разделять его на части и относительно легко перевозить. Таяф является самым грузоподъемным краном в мире, при этом он плавучий. Был введен в эксплуатацию в 1985 году. Кран состоит из двух частей, которые держатся на воде на четырех вертикальных понтонах. На каждой плавучей части установлены краны. Техническая грузоподъемность каждого крана – 7100 тонн. Таким образом, суммарная грузоподъемность составляет 14200 тонн. Вес самого сооружения равен 75 тысячам тонн. Длина – 202 метра, высота – 96 метров. В 2000 году им был установлен мировой рекорд. Кран, выполняя тяжелые работы, поднял верхнее строение морской платформы общей массой 11883 тонны. На этом все.
Друзья, если вам понравился ролик, то можете поставить лайк. А также подписывайтесь на канал, кто этого еще не сделал. Впереди много интересного. И включайте оповещения с помощью этого колокольчика, чтобы первыми узнавать о выходе новых видео. Ну а я прощаюсь с вами. До новых встреч!